Никаких караоке вариантов. Только живые инструменты. Только живые музыканты. Профессионалы, красавчики. Те, кто всегда украшает наши торжества. Дамы и господа, Рубен Шаломов, клавишные. Вторые клавишные, прекрасный музыкант, представитель рода Арамбаевых, виртуоз, играющий с большими метрами армянской эстрады. Сережа, Сергей Арамбаев, дамы и господа, Сережа, тебе слово. Дорогие друзья, сегодня здесь человек, который украшает мероприятие почти каждого из здесь сидящих. Человек, очаровывающий своей игрой, своей харизмой, своим отношением к своему слушателю. Дорогие друзья, кларнетист, саксофонист и дудукист Игорь Юсупов. Я рад представить впервые у нас на сцене, в наших концертах. Но я думаю, что сегодня он нас поразит так, что мы много-много раз будем приглашать его на эту сцену. Ударный Нодар Синауридзе, Нодарджан, слово. Спасибо. Ну и сейчас я хочу представить человека. Не хочу повторяться, я всегда говорю, может, я повторюсь все-таки. Вы знаете, у людей 5 пальцев здесь, 5 пальцев здесь. Но слушая игру на дхоле, национальном армянском инструменте, слушая игру на тарбуке, на дойре, складывается ощущение, что у этого человека 20 пальцев на каждой руке. Представитель музыкального рода Рубиновых. Сын своего отца, Саши Рубинова, Роман Рубинов. Ромочка, слово. Но у нас не все музыканты на сцене до сих пор. Я их буду представлять по мере поступления на сцену. Но основной состав, который был представлен, сегодня украсит наш шикарный вечер. Ребята, вам слово, всем вместе. Спасибо. Можно ваши аплодисменты, дорогие друзья?